Всем привет! Шеф-повар Диего Буик приготовил самый дорогой в мире гамбургер. Включил в него самую дорогую рыбу и икру, мясо, омаров, сыр, белые трюфели и покрытую сусальным золотом булочку. Стоимость такого гамбургера составляет 2050 евро. При этом он был специально создан для книги рекордов Гиннесса. Со слов же самого Диего, самый вкусный гамбургер, который он пробовал, делали в Лондоне. Он стоил всего 14 фунтов и состоял из булочки с копченым салом, котлеты из говядины, красного лука, помидором и выдержанного чеддера, а также соуса Байрон. А теперь посмотрите, как шло само приготовление.